Всем привет, друзья! Кто меня не помнит, меня зовут Ярослав Пятых. Я представляю вашему вниманию автобус 890К, который идет из 3-го микрорайона Московского до метро Филатов Луг. Но прежде чем вы начнете его смотреть, я рекомендую вам подписаться на мой канал «От ворот до ворот ТВ». Недавно мы сняли большой ролик про нашу целую команду и турнир, который я организовывал в августе. Вот отрывок из него. Всем приятного просмотра ролика с автобусом. Пас на Мухаммеда. Мухаммед сам. Здесь он с Оскаром устроил рандеву. Вперед на Артема Киселева. Кирилл бросается. Но Равиль с мячом. Равиль! Удар и гол! 1-0. Дальним ударом Равиль Йосипов прошивает Дениса Соколова. Блин, это.